Скажи, мы едем в досуговый центр Рома. Досуговый центр Рома. Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие. Денечка, поздоровайся с своими друзьями. На каком вы канале? И сегодня у нас первый раз развивающие игры не папа с Денисом, а с преподавателями в группах. День, да? Мы попробуем в досуговом центре Рома, который находится в ТРЦ Авиапарк в Москве, позаниматься в группе. Посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, это будет сложно, потому что Дениска еще совсем маленький. День, попробуешь с тетями позаниматься? Нет? Ну вот видите. Ну мы попробуем, да. Пойдем в Рому? Давай циферки посмотрим, какие цифры. Это какая цифра? Диня будет снимать. Нет, папа будет снимать. А Диня будет снимать. Диня будет снимать? И что ты будешь снимать? Видео будет снимать. Видео будешь снимать? Про Рому? Ну давай, давай, держи. Вот так держи. И говори, мы сегодня идем на Творум, скажи. Мы сегодня идем на Творум, говори. На Творум идем сегодня день? На Творум. Дэн. Да, пойдем на песочную терапию. Заходи. Заходи, нас приглашают. Дэн, сегодня у нас будет занятие с преподавателем. Представляешь? Какая основная задача песочной терапии? Развитие ребенка, снятие тревожности. Взаимосвязь руки с мозгом. Вы же слышали про нейропсихологию, нейробиологию? Ну, конечно. Да, ребенок еще не может выразить ничего, практически ничего словами, как это делаем мы. Соответственно, он все выражает через рисунок. Ну, то есть творчество какое-то еще тоже, да? Да, в творчество, но это не простое творчество, то есть идет именно... Здравствуйте. А сюда нам выражение внутреннего мира ребенка. То есть то, что делать в песке, вот почему, например, нельзя трогать чужие игрушки во время игры. Потому что ребенок, когда ставит игрушки, это часть его внутреннего мира. И это посягательство на психику человека. То есть очень много таких тонкостей, нюансов. Когда ребенок маленький, занимаемся с кем-то из родителей, потому что, ну, как бы меня не воспринимает пока что. То есть через родителя. Ну понятно, доверия нету, да? Основное это отсутствие доверия. Ну, и на самом деле родители тоже очень песочные терапии помогают. Что это развивающая игрушка такая? А будем считать день? Сколько ты фигурок подвинул? Или будем лабиринт проходить? Лабиринт будем проходить? Не смотри, как мало ее тратит. Зеленый. А какие тут еще цвета есть? Смотри. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Денечка, какие еще цвета есть? Какие? Синий есть. Желтый. Какой еще есть? Это какой цвет? Смотри. Желтый, а вот это? Это какой у мамы? Красный. А еще есть синий, да? А зеленый есть? Зеленый есть. Давай по очереди перебирать и говорить, какие цвета. Это какой? Красный. Давай его двигай туда. А следующий какой за ним? Какой это цвет? Синий. Синий. Голубой он светлее. Давай его туда же двигай. А ты ручкой нормально возьми. Потренируй моторику. Вот. Молодец. А следующий за ним какой? Смотри, какой за ним следующий. Это какой цвет? Желтый. Желтый. Давай, двигай его в тот конец. Да. Хорошо. Денечка, у кого надо спросить? Можно нажать кнопочку? Иди, нажми. Денечка, мы сейчас... У нас сейчас будет урок начального развития. Групповое занятие будет с тетей-преподавателем. Иди, познакомься. Вон, с мамой попробуйте вместе.
Денис, сейчас музыка поменяет, смотри. Какая там цифра, посмотри. А теперь? Блин, попробуй как мама. И ножками будем болтать. Поднимаем ножками. Поприседаем. Динь, кто там? Посмотри. Иди посмотри. Даже я поздороваюсь с ёжиком. Он и с тобой тоже хочет поздороваться. Здравствуй, Денис, привет. Привет, это же ёжик, ты не узнал? А Денис потрогает пальчиком иголочки. Иди, мама потрогает, сейчас смотри. Ну, так ты не бойся, поближе подойди. Давай, давай, потрогай, потрогай ручку. Ух ты! Ого! Это восковое, да? Или не восковое? Не настоящее яблочко. Видишь, его нельзя скушать. Круглое, да? Круглое, его можно покатать. Да? Видите, мы формы изучаем, друзья. Твердое или мягкое? Смотри, какой коврик. Вот я папа трогает, смотри, коврик. Какой он, мягкий? Попробуй. По сравнению с яблочком. Вот так вот ручкой поводи. Стучи яблочком. Не надо кушать. Давай, ты на картиночку. Ой, ой, улетело ко мне яблочко. Ой, что там на картинке? Яблоко, да? Яблоко. Так, не отвлекаемся, смотрим на картинку. Может, обратил на картинку. Яблоко, смотрите, какое бывает у нас большое яблоко. Давайте покажем, какое большое яблоко, да? Большое яблоко. Маленькое яблочко. Ой, смотри, там еще картинки есть. Давай. Смотри, какие там еще картинки есть, Денюш. Большое. Ой, смотри, разных цветов. Цвет какой у нас яблочко? Дениска, посмотри, какого цвета яблочко. Друзья, мы сегодня были в ТРЦ «Авиапарк» в досуговом центре «Рома» и пробовали заниматься в группе развивающими играми. Мы попробовали занятия с песком, песочная терапия, и попробовали занятия для самых маленьких, от 1,5 до 2 лет. Пока что нам сложно заниматься в коллективе, да, Динь? Но мы будем приходить сюда еще, тут очень хорошие преподаватели, и мы рекомендуем попробовать всем. Тем более детки все индивидуальные,
Просто Дениска с трудом вливается в коллектив. Денечка, это правда? Правда. Ну давай попрощаемся. Скажи, ну а с вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх, оставляйте свои полезные комментарии. Мы, возможно, еще вернемся в досуговый центр и попробуем позаниматься с преподавателями еще. Возможно, Дениска вольется в процесс занятия в группах. Ну а сейчас мы ненадолго прощаемся. До новых встреч, друзья. Денечка, что надо сказать? Пока, и поцелуй, конечно.